шторм. Он всегда испытание, и даже для бывалых моряков. Несмотря ни на что, надо заставить себя нести вахту с такой же уверенностью, как делает это матрос Владимир Заяц, боцман Николай Комов, мотористы Мансур Исламов, Владимир Пименов, электрик Александр Безбородько, старший лейтенант Валентин Косарев. Служба на флоте требует от моряков силы, выносливости, ловкости. Выработать эти качества во многом помогает спорт. Вот и сегодня команде предстоит защищать честь своего корабля на соревнованиях в городе-герое Севастополе. Разнообразна и интересна программа соревнований. Легкая атлетика, ручной мяч, волейбол, но главное это морское многоборье, имеющее большое военно-прикладное значение. Гонки на шлюпках. Здесь все решает слаженность и чувство ритма. Все как один, один как все. Соревнования по стрельбе. Владимир Пименов и Александр Безбородько и на этот раз становятся победителями. Мансур Исламов и Владимир Заяц оказались лучшими в плавании. Серьезное испытание кросс по пересеченной местности. В трудной борьбе побеждает Александр Безбородько. В соревновании на швербботах участники, подобных штурманам, должны уметь выбрать галс, правильно рассчитать и учесть силу и направление ветра. Соревнования закончены. Занятия спортом в армии и на флоте – неотъемлемая часть воспитания и боевой учебы советских воинов.